Друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас видеть на своем канале вязания с Татьяной. И сегодня я хочу продолжить обзор по пряже. Пряжу, которую мы с вами приобретаем в рамках совместной покупки. Это вторая часть по обзору. Вся информация, как, где, сколько стоит, вы можете найти, если под этим видео перейдете по ссылке в группу ВКонтакте. И вся актуальная информация будет доступна именно там. Если не найдете что-то, напишите мне в личном сообщении. Итак, давайте начнем просмотр. Что мы привезли? Это вторая часть. Первую часть вы уже посмотрели. Значит, это упаковка килограмм пряжи Softness, нежно-белый, 486 номер цвета, 10 моточков, семеновская пряжа. Так, состав 47% хлопок, 53% вискоза. В 100 граммах 400 метров. Целый килограмм, девочки, пряжи. Так, сейчас мы будем смотреть с вами плюшевую пряжу. Достаю прям вот то, что сверху лежит. И мы будем с вами смотреть. Так, плюшевая пряжа для вязания игрушек, тепленьких каких-то пушистеньких пледов. Гималая вельвет, номер цвета 90009, 100 граммах 120 метров. Это 100% микрополиэстер, нежно-розовый цвет. Далее, гималая вельвет, номер цвета 90023. Еще упаковочка плюшевой пряжи, такой горчично-золотистый цвет, 90-030. Что смогу открыть, буду открывать, показывать, но не всегда это бывает возможно. Есть какие-то упаковки, они идут запаянные. Так, в этот раз у меня много пряжи Ернард джинса. 50 граммах 160 метров. Это, я думаю, также многим известная, ну, может быть, даже всем известная пряжа. Также классика жанра. 55 хлопок, 45 полиакрил. Номер цвета вот именно этой расцветки 55. 50 граммах 160 метров. 500 грамм в одной упаковке. Такая бирюза. Ернард джинс. Дальше. Ернард джинс номер 40. Коричневый цвет. Ну, я не буду уже открывать, да, последующие расцветки одной и той же пряжи. Следом идет 51 номер цвета. Это, ну, бордово-красный, наверное. Не красно-красный, а вот он как бордово-красный. Нежно-бежевый номер цвета 0,5. Одна упаковочка. Я думаю, девочки, это еще не все. Будут еще сейчас. Потому что в этот раз, я говорю, Наталья достаточно много заказала именно джинса. Так, далее давайте смотреть. Нежно-розовый пудровый цвет. Номер цвета 18. Следом идет оливка такая. Номер цвета 29. Одна упаковка. Ернард джинс. Такой термосалатовый, да? Цвет, кислотный цвет, 58-й. Камера его немножечко неправильно передает. Он прям такой насыщенно салатовый. 58 номер цвета. Дальше. Ернард джинс. Номер цвета 19. Сиреневый цвет. И Ернард джинс. Это такой цвет баклажан, наверное, ну, фиолетовый. Номер цвета 50. Вот, камера, в принципе, передает верно номер, ну, вообще расцветку эту. Просто хочется, чтобы цветопередача была
более четкая, да, но сейчас уже время вечер, 9 вечера, такой темно-фиолетовый цвет. Все расцветочки получаются по одной. Так, далее. Вернард джинс, 15 номер цвета, голубой. В принципе, также камера передает правильно цвет. И желто-оранжевый номер цвета, это номер 35. Вот такая еще расцветочка красивая. Так, смотрим дальше, девочки. Что дальше? Одна упаковочка Газал Бэби Катон. Также всем известная пряжа. Розовый, нежно-розовый цвет. 10 моточков. Вот пряжа это. 50 грамм, 165 метров. 34-68 номер цвета. 60 хлопок, 40 акрила. Я думаю, также многие с ней работали и знают, что это за пряжа. Дальше. Одна упаковочка от Гималая Перлина. Номер цвета 60-137. В 100 граммах 290 метров. 50% дролон и 50% хлопок. Дролон это, наверное, что-то ну, наподобие, наверное, вискозы, что ли. Если я ошибаюсь, ну, возможно, могу ошибаться. Ну, извините меня, да, но можно погуглить. То есть здесь получается хлопок 50% и вот 50% примеси. Дальше. Посмотрите, какой красивый насыщенный зеленый цвет. Это Лана Гата Мила. Открыть не могу. Лана Гата, все упаковочки, они запаянные. Так, номер цвета 8703. 100% хлопок. 50 граммов 125 метров. Вот такая пряжа. Очень красивая расцветка. Так, дальше. Дальше достала любимый нами Happy Fit, девочки. Это от Газал. Носочная пряжа. Как я его люблю. Я думаю, все со мной солидарны, особенно те девочки, которые уже поработали с этой пряжей. Очень классная пряжа, прям вообще. Полная коллекция у нас собрана, если я не ошибаюсь. 15 цветов, которые вышли от Газал Happy Fit. Все, кто собирает эту коллекцию, уже собрали. Состав 75% Super Wash Merino Wool, 25% полиамид. В 100 граммах 330 метров. Это номер цвета 3252. А чем хороша данная пряжа, да? Не только от состава от своего. Вы когда распускаете вот эту пасму, там получается две пасмочки. Вот они на ниточках собранные. Вы их разделяете, перематываете и вяжете два идентичных носочка. Кто-то из этой пряжи даже вяжет плечевые изделия. Вот моя Аня. Она взяла себе 43, по-моему, 43-ю расцветку и планирует вязать себе кофточку из нее, из той расцветки. То есть она взяла целую упаковку на кофточку. Поэтому достаточно распространенное явление. Девчонки берут упаковками и вяжут какие-то плечевые изделия. Но она очень мягкая, очень нежная. И почему бы не связать из нее плечевое изделие, которое будет очень... Она не колется абсолютно. Детишкам, девчонки, вяжут носочки. Мы ее с вами приобретаем поматочно, поштучно. Вот такая расцветка. Лимон с серым. 32-54 номер цвета. Я много не стала брать, потому что закупка уходит в такой отпуск. На сбор работаем, но на выдачу пока не работаем. То есть все остальное будет приезжать к нам только в августе. Извязывайте, девочки, то, что набрали. Дальше вот такая расцветочка.
Это, по-моему, 55-й цвет. Вот именно последняя расцветка, которую мы ждали. И она пришла позднее всех. Все верно. 32-55 номер цвета. Вот такая расцветка. Я уже из такой пряжи связала. Вот именно из такой связала себе носочки. Также хит вот этой пряжи, который, когда она появилась, только был очень популярен вот этот цвет 32-47. Желтый такой красивый. Я тоже из нее связала носочки себе. Посмотрите, какой он красивый. Он такой яркий. Прям вот, когда хочется солнышко, да, вот берешь эту пряжу, вяжешь, и прям вот радостно уже становится. Она мягенькая такая, мягкая-мягкая. Если бы камера могла бы передать вот эту вот тактильность, да, насколько она мягкая, но, к сожалению, она не может этого передавать. Но очень, пряжа очень мягкая. Я считаю, как, да, вот эта пряжа совсем, девочки, не бюджетная, но попробовать ее стоит. Попробовав один раз, вы, мне кажется, в нее влюбитесь навсегда. Пряжа обалденная. Пусть кто-то пишет, что там за 400 рублей пару носочков, это дорого. Ну, кому-то дорого, кому-то недорого, да. Мы покупаем это для себя, для своего хобби. И от этого хобби, которым мы с вами занимаемся, становится тепло на душе. И порадовать себя моточком пряжи, пусть даже не бюджетной, связать себе или своим близким носочки, которые будут радовать и вас, и того, и тому, кому вы вяжете, это очень бесценно. То есть, вне зависимости от того, сколько она стоит. Поэтому дело, естественно, ваше, да, бюджеты у вас у всех разные. Но даже не призываю у меня заказывать, да, просто увидите ее у себя в магазинах. Не пожалейте для себя любимый денежек, приобретите моточек. Так, закончила расхваливать Газал Happy Fit, ну, потому что это любовь с первого взгляда, можно так сказать. Дальше две вот таких таблеточки идентичного цвета. По-моему, в первой части была одна, и вот сейчас я достала еще два моточка. Это чистая шерсть, две ниточки скрутка. Так, далее, девочки, бобиночки пошли. Так. Трикотажная пряжа, кофе с молоком, 100% хлопок, 100 метров и вес клубка 320 грамм. Латте называется цвет. Два моточка вот такой расцветочки. Это коричневая расцветка, темно-темно шоколад такой. Так и называется шоколад коричневого цвета. Так, смотрим дальше. Тоже идут бобинки. Будем с вами их смотреть сейчас. Так, вот такая яркая-яркая расцветка. Естественно, лето на дворе. Хочется всегда солнечного, чего-то яркого, позитивного. Вот такая расцветка. Пряжа от Yernard Flowers Vivid. 55 хлопок, 45% полиакрил, 250 грамм, 1000 метров. Номер цвета 506. Красота. Так. Дальше. Посмотрите, не менее яркая расцветка. Также Flowers Vivid. Да, правильно я говорю? Да, Flowers Vivid. Номер цвета 509. Следом идет Yernard Flowers, просто обычный Yernard Flowers, 263 номер цвета, 250 грамм, 1000 метров, 45% полиакрил, 55% хлопок. Идентичный состав, как у Flowers Vivid. Далее, одна упаковка номер цвета 266, это также Yernard Flowers. Дальше еще одна упаковка Yernard Flowers с сиреневым, номер цвета 278. Вот она. Вот так выглядит расцветочка 278,
номер цвета. Так. Дальше. Одна упаковочка. Ернар Роза Гарден. Много мнений по этой пряже, да, у девчонок. И все мнения в основном разные. Это Ернар Роза Гарден. Новинка этого сезона. Обалденные все цвета в этой палитре. Номер цвета 316. 100% хлопок, 250 грамм, 1000 метров. Вот. Красота, красота. Очень красивая. Так. По-моему, с такими пока все. Дальше идет упаковочка. Так, достаю. Так, упаковочка Нака Калика Инсе. И вторая также. Две упаковки. В этом же цвете. Номер цвета 50-28, 100 граммов, 490 метров. Состав 50% хлопок, 50% премиум акрил. Вот. Две упаковки в нежно-голубом цвете. Нака Калика Инсе. Дальше, девчонки. Пряжа от Этрофила Памуклю Бэби. Детская пряжа. Мне кажется, это новинка. 100 граммов 260 метров, 55 органического хлопка, 45% акрила. И номер цвета 70-461. 500 грамм в одной упаковке. Дальше. Еще одна такая же упаковка. Номер цвета 70-549. Такой нежно-нежно-голубой цвет. Дальше. Этрофил. Альпака и Махер Исиланд. Как-то так. Исланд, Исиланд. Ну, название написано, да, вы можете прочитать. 50 грамм 250 метров. 10% кид махер, 5% бэби альпака, 55% полиамид, 30% вискозы. 0,40-60 номер цвета. Нежно-нежно-розовый цвет, девочки. Так, у Ланоса также появилась новая пряжа. Сим-сим. Сим-сим Ланоса. Так, открыть я эту упаковку не смогу, но одну упаковочку я взяла, которую смогу открыть. Она будет попозже сейчас, дойду до нее. Давайте посмотрим номер цвета 958, это темно-синий цвет. Состав и метраж 100 граммов 240 метров, это для любителей люрекса. 85 хлопок и 15% люрекса, девочки. Для любителей хлопка. Так, дальше. Нака Калика. Обычная. 11452 номер цвета. Пятьдесят процентов хлопок, 50% премиум акрил. В 100 граммах 245 метров. Так, Этрофил Памуклю, вот это бэби. Еще одна упаковочка 70-175 номер цвета. Так, девчонки, Ланоса Сим-Сим в таком цвете. Посмотрите, какой красивый. Цвет номер. Так, какой это цвет? 60-36. И еще одна упаковка. 961. Это вот что-то нежно-голубое, что ли, с люрексом. Так. Здесь еще одна упаковка. Газал Happy Fit 3255 номер цвета. Открывать уже не буду, мы с вами посмотрели. Дальше. Еще одна упаковка Rose Garden.
Так, это тоже 316. И две упаковочки Yernard Flowers. Вот такой расцветочки. Это номер цвета 268. Так. Далее. Это еще не все. Ланоса, девчонки, Сим-Сим. Вот эту вот упаковку. Это также второй цвет, да, вернее, вторая упаковка на один цвет. Но эту упаковку я могу открыть аккуратно. Ну, почти аккуратно. И посмотреть ее поближе. Так как я вообще обожаю люрикс, да, люблю все такое блестящее. Конечно же, не могла пройти мимо Ланоса Сим-Сим. Вот. Хлопок такой достаточно нежный. Вкрапление люрикса, вот эта ниточка люрикса, она, конечно, ощущается. Но, тем не менее, чувствуется, насколько он такой мягкий. Вы посмотрите, как переливается цвет, да? Классно. Очень хорошенькая такая, приятная. Приятная-приятная нитка. Очень. Метраж, кстати, очень хороший. 240 метров на 100 грамм. Классная. Мне понравилось. Вот я ее хотела подержать в руках, потому что, ну, классная расцветка. И вообще просто интересно, что это за пряжа. Так. Сейчас мы ее вот так заклеим. Так. Так. Дальше, девочки. У поставщика появились спицы. Спицы, крючочки от Адди. И сейчас мы с вами посмотрим, что здесь. Не так много, но тем не менее. Вот крючок вот этот вот у меня есть. Троечка мне Люда дарила тогда. Я в него влюбилась. Хоть я и не вяжу, да, крючком. Но элементарную ту же цепочку или какую-то обвязочку, простую самую, я могу делать. Значит, 15 сантиметров крючок номер 3. Адди, вот я в него влюбилась. Вот для меня вот эта анатомическая, или как ее назвать, эту ручку, прям вообще очень шикарно. Кловер даже не так, но для меня это все индивидуально. А вот именно Адди, вот именно этот крючок, вот у меня такой же. Или 3,5, но мне кажется, это такой у меня. Люда мне дарила, я в него влюбилась. Вот два таких крючка номер 3. Прям очень приятно. Да, мне кажется, у меня рыжий троечка. Так, вот зелененький. Да, у меня рыженький, наверное. Зеленый номер 4. Аддиковский крючок. Но он запечатан. Я открывать не буду, девочки, естественно. 15 сантиметров. Это четверочка зеленая. И 15 сантиметров. 3,5 крючок. Вот. Классные, вообще классные. Мне понравились они все, эти крючочки. Вот. Вернее, у меня только один, вот этот, такой у меня. Я почему-то хотела и почему-то забыла себе заказать 3,5. Ну, чтобы был в коллекции, чтобы был. Так, дальше спицы. Значит, спицы, красная леска. 60 сантиметров, номер 2,5. Достаточно острые кончики, круговые, с гибкой леской. Премиум, удлиненным кончиком для тонкой пряжи. Это номер 2,5. 80 сантиметров, номер 3. И еще одна, одни спицы, тоже 80 сантиметров, номер 3. Все. И на этом, девочки, я хочу закончить наше видео. Все, я вам показала всю пряжу, которую я привезла со склада. И на этот месяц по обзору с пряжи мы с вами прощаемся. Увидимся теперь именно по пряже, только в следующем месяце, в августе. Поэтому выбирайте, думайте, какую пряжу хотите в августе заказать. И уже с вами будем встречаться и закупаться в августе. Все, девчонки, всем говорю спасибо за просмотры. Вяжите с удовольствием, чтобы у вас было побольше на это свободного времени. И всем до новых встреч и пока-пока!